Всем привет, ребят, с вами Дагер и канал магазина АПГУС. В этом выпуске мы поговорим о мышках, но не геймерского сегмента. Ведь у компании Logitech есть множество моделей для юзеров, которые используют мышки для обычного повседневного использования. А значит, мышки должны быть компактные, удобные и где-то даже беспроводные. Поэтому сегодня мы поговорим о таких моделях, как M90, M100, M170, M171 и M185. Все эти мышки мы обязательно разыграем, поэтому досмотрите ролик до конца. Давайте начнем с того, почему все эти модели попали под один обзор. Во-первых, что касается всех покупателей девайсов, это стоимость. Их ценовой сегмент варьируется от 40 до 110 тысяч сумов. И вы покупаете не просто недорогую мышь, она и долговечная, и качественная в своем роде. Все цены указаны на ваших экранах, и приобрести все эти модели вы можете во многих магазинах по всему Узбекистану. Далее это габариты. Размеры мышек между собой имеют в принципе одинаковые цифры. Различаются они всего лишь в пару миллиметров. Вот подробнее о их размерах. В любой момент вы можете прожать паузу и изучить всю информацию поподробнее. Любая из этих мышек работает под операционными системами Windows, Linux, Android, Symbian, macOS, Nokia. Все мышки спокойно работают под операционными системами Windows, macOS и даже Linux. Гарантия. 2 года от производителя. Думаю, больше не надо. Модели M90 и M100, как вы сами видите, имеют проводное USB подключение. А модели M170, M171 и 185 имеют беспроводное. Каждая из беспроводных моделей требует одну пальчиковую батарейку типа АА. А как это вообще говорить? Нет, пишется 2АА прям. Ладно, я скажу просто пальчиковую батарейку. Стандартную пальчиковую батарейку, дефолтную. Любая из беспроводных моделей требует одну пальчиковую батарейку. Мышь поедает мало заряда во время использования, поэтому одной батарейки вам хватит аж до 12 месяцев. А подключение производится через USB нано-ресивер, который также находится под крышкой. M90, M100 и 170. Данные модели вас могут порадовать дефолтными темными расцветками. А 171 и 185 аж целыми тремя. Это синий, красный и черные цвета. Модели, которые мы сейчас обсуждаем, симметричны и подходят как для правшей, так и для левшей. Ну а теперь о самом интересном, о розыгрыше. Как вы уже поняли, количество победителей будет не один, не два, а 9. Чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно выполнить всего пару действий. Первое. Подписаться на YouTube-канал, прожать колокольчик и оставить любой комментарий. Второе. Под этим видео в Инстаграме отметить 3 друзей. Нормально выглядит? В целом, вот и все. Если тебе реально понравился ролик, то оставь комментарий и напиши, что бы ты хотел увидеть в дальнейших выпусках на канале АПГУС. Я обязательно прочитаю все комментарии и постараюсь на них ответить. Поэтому желаю всем удачи в данном розыгрыше. С вами был Дагер и канал магазина АПГУС. Всем огромное спасибо за просмотр данного выпуска. Увидимся в следующих. Всем пока-пока.